вот они, повыскакивали. Лёшек молочко несет. Привезли нам молочко, там оставили. Молочко. Что вы? А Варька где? Уже на столе? А ну-ка. Маш, идите гуляйте. Давайте, гуляйте. Прогуляйтесь. Давайте. Ну что, ребята, приехали мы из Кирова. Время обеда. Будем обедать. Растерянные, конечно. Ох, ну ладно. Я еще, ребята, расстроилась с этой вот прихожей. Не нравится мне совсем вот эта белая эта фигня. Что-то будем делать. Или будем заказывать другие доски. Но это явно ставить не будем. Оно мне не подходит. Да. Я еще расстроилась и поэтому. Завтра приедет Юрий Николаевич, наш поможет нам собрать. Девки бегают. Идите на улицу, на улице солнышко. Так классно, сидели дома. Пойдемте на улицу, давайте. Давай, Лиза, пойдем, давай. Давайте. Где там папа? Где папа? Папа там. Ну-ка, на улице он. И Педро орёт, зовёт, а эти там с гнезда не хотят слезать. Да? Педро ругается. Идите, мол, жрать. Они там ха-ха-ха-ха. Темно, тебе не видно против света, Лёшек. А так? Вот так видно, да. У Лёшика борода все больше. И не знаю, как вам, а мне нравится. Уже чешется, грязная, блин. Что вы говорите? Ага. Так мыть же надо мыть бороду. Да, я не знал. Лёшик. Поэтому что она чешется? Ой. Сколько пыли на ней? Ну да. Ай, мрак. Так, ну ладно, Лёшик. Ты все там переделал. Все. Котам, курям, все. Ты курям выкинул вот эти вот очистки, все. Половина. А другую половину? Выкинул. Ты же вчера половину выкинул. Выкинул, много будет. Почему? Нет, почему много? А я им сейчас выкинул. Выкинь, пускай клюют. Пускай. Ну, да. Пойдем. Греешься. На солнышке. Наварилась. На солнышке хорошо. Погодка расчудесная. Ветерочек, правда. Не, погодка не очень. Солнышко, но ветер. Ветерок дует и портит весь кайф от погоды, от солнышка. А тут лед блестит. Надо аккуратненько ходить. Педро там. Что? Мясо съели, все бросили. Да, Лёшек мясо бросал курям. Даем им вот это вот раз в неделю. Так, все тут. И Митяй, и девчонки. А курям варила. Собираю очистки, там все вот из этого. Отходы все. Одна сидит, ей не достанется. Жалко. Она яичко несет, а ей не достанется. Не достанется, хватит все. И Митяй сейчас еще останется. Там морковка, лук, вот это вот очистки от картошки. Макароны там.
макароны там были, вот уже не свежие макароны, все выкинула, проварила им, и все пошло. Все едят. А им за милую душу поклевать. Ну да. Капает как, капель какая. Особенно хорошо, когда за шиворот попадет. Да? Я туда иду, мне бах, ой. Так классно. У нас на крыше снега почти не осталось. Все. Но мне кажется, ребята, это еще не все. Будет еще и мороз, и снег будет. Как-то не верится мне вот еще это вот в это все. А потому что в раннюю весну. Забыли уже, что такое ранняя весна. Забыли. В апреле еще снег. Да. Как-то уже и не надеемся. Да. Видишь, а в Токмаке уже весна. Уже в огородах ковыряются. Вот. Так, ну что, пойдем готовить обед. Да, пойдем. Да? Пойдем, кушать пора. Кушать пора. Девки сидят вот тут вот наши. Раз, ну раз, что? Раз. Вроде громкость настроилась. Леша, не чуди. Она вырастет или нет? Борода? Что-то ты прекратил рост. Лешек хочет бороду, как у Роберта Де Ниро. Прекратил. Вот он, его любимый фильм «Маловито». Да? Какая борода у него? У него такая красивая борода. У него и он такие... весь такой красивый, брутальный. Да. Да? Да. Да. Лешек сразу в спину так тын. Ну, что-то не хочет она расти. Да ну чего ж не хочешь расти? Смотри, какая уже длинная. Да разве это длинная? Ну, конечно, глянь. Ее ущипнуть не за что. Да вон, хочешь я ущипну? Да, да, ага, да. 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 За уст давай ущипну. Ну, за уст, пожалуйста. Так, ладно. Вот как у Лиски на такую, черную. У Лиски борода шикарная. Лиска сегодня не причесанная. Торчуны торчат во все стороны. Да? Вон. Не стриженная. Постригем, ничего, скоро поедем, да. Ребята приедут, вернее, к нам. Приедут к нам ребята и постригут. Давай, да, кушать, готовить. Я вчера, ребята, пыталась сделать. У меня там пахта была, хотела ее вот оттопить. Ну, не получилось. Вот хрень такая получилась. Из этой пахты хотела творог сделать. Не получилось. Ну ладно, коты поедят. Или куры. Супа чуть-чуть? Ты весь неси, там немножко осталось. А. Да. Супа там немножко, на сегодня только, а завтра уже надо будет варить суп. С утра у нас тут недоеденная тортик не влезла этот на завтрак. Ну, в общем, с утра все как побросали, вот это вот, все так и поехали. Котам надо сварить. Мое пиво так и стоит. Не до пива мне сейчас. Надо вынести его в кладовку, поставить. Чай мы заварили. Гляньте, какой красивый в чайнике получился чай. Это у нас заваренный Иван-чай. Лешек, нравится тебе чайник? Ага. Говорят, он будет плохо мыться в этих уголках. Это надо будет, наверное, брать вот этот палочку ватную и палочкой там вымывать. Посмотрим. Ну, будем как-то мыть, что? Ну, а что? Зато красиво. А это из этого набрала пицца. Кофе я тут пью без сахара. И его все в сумку. Че выбрасывать, да? Ну, потому что разнос мы вот несем, выбрасываем все содержимое в этот ящик там такой стоит. Да. Вот. Ну а что сахар выбрасывать? Вот я у меня в сумке собралось вот столько. Лешек теперь будет сахар. Сахар подсластит. Вдруг да. На рыбалку вдруг поедем. Ночь. Возьми мое пиво там поставь на этот. В ночь. В ночь. На полочку. Поедем, Лешек. В ночь на рыбалку? Посмотрим. Мне нравится эта идея. Я за любой кипиш. Пиво, это пиво, говорю, шампанское так и стоит. Не пила я его на 23-е. Вот
8 марта. Да. Лёшек мне сказал, не пей. На 8 марта выпьешь. Ну, потом выдохнешь. Ну, думаю, ладно. Так, кто там молит? Ладно. Никто не молит? Ну, ты все равно мне купишь бутылку шампанского на 8 марта. Конечно. Да. Целую. И не только. Не половинку. И не только шампанское. А. Да. А. Да. Так, девчули, будем обедать, да? Что вы, красотули мои? Сидели тут, скучали, да, или спали? Спали. Да? Ну, вроде так нормально. Подозрительно, конечно, еще друг к другу относятся. Ну. Ладно, ладно, будем готовить обед.